Новая современная каналопромывочная машина уже работает в городе. Она предназначена для аварийной и профилактической промывки сетей канализации. Спецтехника позволяет прочищать трубы диаметром до 1200 мм. Раньше, чтобы промыть сети, их надо было осушать. В рамках конституционного соглашения номер один мы эксплуатируем порядка 750 километров водопроводных канализационных сетей. Мы сегодня запускаем в работу новую, технически более высокооснащенную машину, которая позволит нам промывать сети от самого малого диаметра до полутораметровых коллекторов, которые у нас имеются в Щелково. На основании анализа повторных заявок и принятия точных решений нам удалось сократить аварийность за последние полтора года порядка 35-40%. Автомобиль оснащен бочкой на 8 кубических метров, камерой заднего вида, системой дистанционного управления, чтобы водителю не приходилось каждый раз подходить к рычагам. Помимо оборудования для промывки сетей, в машине установлены система размывочного пистолета и дополнительный шланг для очистки колодцев. Основным преимуществом данной машины является итальянский насос Pratisoli. Его производительность порядка 200 бар, расход до 350 литров в минуту. В автомобиле установлен автономный отопитель сухого типа, благодаря которому водоканал сможет использовать технику в любое время года.